Здравствуйте, я участковый пункт Пискунов Владимир Николаевич. Пожилому гражданину, пенсионеру, звонят и сообщают, что ранее якобы не уплатил налоги, вследствие чего к 2021 году у него накопился большой очень штраф. Гражданин предлагает оплатить этот штраф в меньшей доле, якобы, чтобы решить этот вопрос. На самом деле переводят их мошенникам. Самое главное, не переводите никому деньги. Позвонить по телефону 112 и сообщить эту информацию. День добрый, участковый Ковалюк Денис Олегович. Звонят вам на телефон? И племянник звонил, и племянница звонила. Да, говорят, да. В аварию попали, да, надо да. Выручить, все вот это. Срочно деньги нужны. Мошенники. Один из самых в последнее время распространенных случаев мошенничества – это когда звонят гражданам, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что в отношении гражданина совершается преступление, а именно берется кредит на его имя. Ему предлагается пойти в банк, взять кредит и отправить на якобы безопасный счет. А на самом деле это счет мошенников. Если поступил такой звонок, позвоните в службу 112, информация будет проверена сотрудниками МВД России.